Иерей Евгений Осяк, председатель правления Ростовской региональной общественной благотворительной организации «Православная служба помощи «Милосердие на Дону», город Ростов-на-Дону. Социальный приют «Донская обитель» организован в 2018 году. Среди людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поступающих в приют, представители разных социальных категорий. Это алко- и наркозависимые, люди, освободившиеся из мест лишения свободы, пожилые, страдающие различными заболеваниями, люди, потерявшие документы и оказавшиеся по ряду причин без попечения близких. Приют каждый из, и что мужской, что женский, совершенно самостоятельные приюты. Помогают волонтеры, помогают добровольцы, привозят продукты питания, одежду, средства гигиены. Жильцы что женского, что мужского приюта сами себе готовят, сами наводят порядок. Я как-то чистил снег около храма, потому что я был назначен настоятелем на храм, на этот совсем молодой еще. Нужны помощники. Вот. Сторожа сидели в сторожке. Следили за порядком, чтобы я в облачении снег чищу. И вот пришел как-то первый такой случай, первое общение. Юра бездомный, он пришел весь синий. Пошли с ним в сторожку, я его туда поселил, и буквально через 2 недели я уволил всех сторожей. То есть он оказался полезнее, работоспособнее? Более чем полезнее, да. Территория храма большая, очень огромная, и, соответственно, уход за ней тоже нужен, такое пристальное внимание, и садовник нужен. И вот на сегодняшний день все работы, по приходские работы, там, по наведению порядка, охрана, они даже сами себе готовят. Вот все делают они.